Порядка 18 тысяч жителей Орехово-Зуевского округа являются инвалидами. Какие меры социальной поддержки они получают, какая оказывается помощь людям с ОВЗ и их семьям, обсуждали на заседании Координационного совета по делам инвалидов Орехово-Зуевского округа. То есть, когда либо учреждение, если родственники не могут осуществлять уход, либо дома. У нас сегодня есть специальный курс, 12-часовой, созданный в Московской области, симуляционные классы, где эти граждане, не только родственники, это может быть и посторонний гражданин, они проходят обязательное обучение по уходу, там и теоретический, и практический курс за инвалидами. Это, конечно, очень важно. Мы всегда говорим, что дома и стены помогают. Узнать о всех мерах социальной поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья можно в отделениях МФЦ города Орехово-Зуево или кино Дулева. Также для удобства граждан можно позвонить по телефону 122 добавочный 6.